нету. А тебя не видим. Идиот. Попадаются олени, блин. Здорово, народ. Короче, такая байда. Тут шелещу бумажечками. Вчера это были мы на затарке, блин, месячной. Сейчас расскажу цены, что почем. Ездили, ну, классика, один раз в месяц тратим много денег. Вот. Значит, поехали, что было там первое. Так, сушеные. Этот, эти, как его, семечки эти, тыквы, 200 грамм, 39,90. Сушеные эти, слива, по 100 грамм, две упаковки, одна упаковка, 5 упаковок, одна упаковка 29,90, ну вот купили 5, 149,50 заплатили. Вот. Так, следующее. Орехи эти, как его, как они называются, это эти кедровые. 50 грамм, 79,90, две штуки, 159,80. Так, томат паста, 140 грамм, три штуки, 22,91, 68,70. Так, кукуруза, да, кукуруза, ага, кукуруза консервированная. 425 грамм. Две штуки по 24,90, 49,80. Заплатили за две. Огурцы консервированные. 360 грамм, 25,90. Так. Пражская шунка. Я не знаю, как перевести, блин. Ну, нарезка такая, как докторская, что ли, блин, такая вот она. Вот. А, нарезка была по 99 грамм, ну, что-то не написано, сколько это. 99,90, одна. Вот две штуки купили по 199,80. Так. Уксус 8%, 1 литр, 14,90. Так. Спагетти, какие-то Адриана спагетти, 33,90, две штуки. Ну, там грамм, наверное, 400, может, полкило. Так, огурцы 5-8 сантиметров. Общий вес 540 грамм, чистый вес 300 грамм. 29,90. Купили 2, 59,80. Так, правильно, правильно, так. Масло подсолнечное 1 литр. 28,90. Так, дальше у нас идет что? Абрикосы. Килограмм 39,90. 620 грамм. Получилось 24,74. Так, яблока фуджи какие-то. Килограмм 29,90. 806 грамм. 24,10. Так, лимон 59,90. 606 грамм, 36,30. Так, вот эти вот помидоры, вот эти, которые вот как на веточках продаются, ну, у нас кежик называется, ну, на веточке, короче, вот эти маленькие такие. 59,90 килограмм, 914 грамм, 54,75. Так, свекла красная. 27,90 килограмм, купили 1 килограмм, 48 грамм, получилось 29,24. Так,
Капуста ранняя, белая, 1 килограмм 34,90. Капуста затянула кило 668, 58,21. Так. Перец белый, сладкий, килограмм 89,90, 336 грамм, 30,21. Перец желтый, сладкий, 99,90, на 10 крон дороже, 258 грамм, 25,77. Так, перец красный, сладкий, 99,90, 246 грамм, 24,58. Лук 48,93. А, подожди, лук 34,90 килограмм, кило 402 купили, 1 килограмм 402 грамма и 48,93 заплатили. Так, чеснок, ну он тут круглый год, блин, одна и та же цена практически. 129 крон килограмм, 129,90, да? 116 грамм купили, 15 крон заплатили, 15,07. Так. А, вот, ребята, сейчас заправка. Вот тут 33,90. Вот, солярка, да? А сейчас там маленькая заправочка, она такая спрятанная, там всего лишь две колоночки, но она такая малюсенькая, и там вот сейчас вот интересно будет, почему там цена. Так, а тут 31,50. Ну вот, как я и говорил, на таких вот маленьких даже и по 30 можно найти. Это 100% есть, но тут вот 31,50. Ладно, это мы отвлеклись. Вот. Кстати, эта цена под цену, довоенная цена, еще до войны была дороже. Вот это вот 31,50, это еще дешевле, чем было до войны. Это для тех упоротых, ну мы сейчас не о ним, но так, просто мысли. Так, картошка. Картошка ранняя, 2 килограмма, кило 59,90, 2 килограмма 119,80 заплатили мы. Лук вот этот свежий, ну вот эти, который зеленый, свежий, который этот, пучок там или этот, 17,90, 1,2 купили, 35,80. Так, салат, вот этот, ну ледовый, ледяной, как, ну правильно перевести, ледяной. Я не знаю, как правильно, ну, потому что ледовый он так, а буквальный перевод ледовой, может, как-то он по-другому называется. 19,90 за штуку. Так. Огурцы. Огурцы 500, так, 39,90, 520 грамм мы купили, 20,75. Так. Баунти купил 5 штучек, их было 285 грамм, ну, в упаковке 5 штук, 59,90 заплатили. Так. Какие-то конфеты там, вот эти вот желатиновые или какие-то, 300 грамм, 34,90. Печенье 400 грамм, как-то он тут называется, я не выговорил, тут еще аббревиатура, 59,90 одна упаковка. Купили 2, 119,80. Ну, есть, дядька, что ты, блин? Так, Орион. Шоколадки белая 170 грамм, 36,90, 2 штуки. Затянула на 73,80. Так, следующее. Следующее. Гейши, вот эти конфеты 150 грамм, 129,90. Печенька 150 грамм. 27,91, две упаковочки купили, 55,80. Вот. Потом следующая печенька, элишка, какой-то вкусные такие, они какие, как песочные такие, 220 грамм, 19,91, три штуки, 59,70. Так, батончики, вот это батончики, желатиновые батончики в шоколаде, обалдеть, 45 грамм. Вот, они 45 грамм, 100, ну, весят. 11,91, купили 6 штук, 71,40. Ну, вот это бомба, вот это вот вишневое и банановое, это просто песня. Это вот, так, песня. Так, вафельки. Купили упаковку, этот, лимонные, 50 грамм одна вафелька,
15,90 стоит, в упаковке было 30 штук, 477 крон заплатили. Так, носки, ну это такие одноразовые, такие, один раз надел, постирал, ну может второй раз еще одел, а потом выкинул. Так, ну их там, по-моему, 5 штук идет, 109,90, вот. Ну, я говорю, это такое, это. Носки уже никто не шьет, не зашивает, блин. Не знаю, как у кого, но у нас уже не зашивают. Тоже лим до того. Итак. Кофе Нескафе Бариста 180 грамм, 179,90. Ну, одну банку купили. Мы так покупаем. Обычно кофе покупаем, когда акции какие-то, скидки большие. И тогда сразу штук 6-12. Ну, в зависимости от того, какое кофе. Там, я не сильно гурман, мне все равно, но... Так, дальше... Бумажные полиэтиленовые мешки для мусора 60-литровые, 20 штук их там в упаковке, 64,90. Так, тут что-то дальше я такое даже не прочитаю и говорить не буду, но оно 20 что-то 10 на 10 24,90, две штуки купили, 49,80, черт его знает, что это такое. Вот, туалет, так, туалетная бумага, 3 слоя, 10 штук, 79,90. Так, потом салфетки, 2 слоя, 150 штук, 25,90 одна упаковка, ну, в одной упаковке 150 штук, 2 штуки купили по 25,90, 51,80 заплатили, так... Да, место для туалета. Сколько он там миллилитров, я не знаю, не пишут. 102,90. Сити-фул какой-то для кухни. 750 миллиграмм. Тоже, блин, 139,90. Так, есть. Ну, потом вот этот сава. Это сава, как этот, как же он, хлорка вот у нас, да, как хлорка, как же он называется. Ну, да, хлорка. Ну, вот это такая уже облагороженная какая-то. 500 миллиграмм, 104,90. Ариэль. Аир, не знаю, что это такое. Нет, это не Ариэль. Аирвик какой-то, 20 миллиграмм, блин, а он стоит 234 кроны. Я аж спрошу, приеду домой. Что мы такое купили волшебное, блин? Так, какие-то финиш капс. Какие-то три штуки, 129 крон. Не знаю, что такое. Ариэль гель. Цвет 2. 2,2. А, нет, цвет. Цветной. Для цветного, наверное, белья. 2,86 литра. 349,90. Вот, есть такое. И с гелем разобрались. Так. Заезжаем в туннель, где ни черта не будет видно. Сейчас тогда свет тут попробую включить у себя. Такой убогий свет, блин. Ни черта не видно. А сейчас еще вот так попробую. О, вот так вот получше. Еще себе добавил тут один. Так, сейчас, ребят, потому что ничего не вижу. Так, Авиваж, это отбеливатель получается, да? Что-то тут 28 ПО какой-то, не знаю, 74,90. Угу. Дальше тут уже покупали для собаки, для Бонифация что-то. Ну, оно такое тут 105 грамм, 270 грамм, 59, 69. Тут эти как аббревиатура такая, что не прочитаешь, что это такое. Парты микс какие-то, там какие-то конфетки, наверное, для него. Ну, не знаю, в общем. Ладно, бог с ним. Это не буду даже и озвучивать, потому что не поймешь. Так, хлеб. Кило 200, 44,90. Булочки с творогом. 32,90. Не пишут, какой вес. Теперь. Сыр. Ну, это сыр с этого, как его, с пульта, там где-то, ну, обслуживают вас, там, подходите, там, есть уже нарезано, есть, там, заказывайте, так.
Королевский, ну это польский сыр, вкусный, зараза. 141 грамм за кило 199, заплатили 28,06. Там кусок, ну и нарезанный тоненький он это. Так, тот же самый, 136 грамм, 190... А, это какой-то другой, 198,97 за килограмм. Блин, 2 кроны разница, ну не знаю, 27,06. Пивная колбаса 77 грамм, 211 за кило, это нарезка, 16,30. Так, это что такое, бескидский сыр какой-то, не знаю, 437 грамм, 289 за кило, 126,29. Так, копченый бок с чесноком, вот это, ну, вкусная штука, там один запах от чеснока, блин. Обалдеешь. Вкуснятина еще та. У меня слюни потекли, блин. Так, сейчас я его найду. Так. 259 за кило. 206 грамм купили. 53,35. Так, следующее. Шея. Ну это уже с холодильников покупали, шея, да. Свиная кило 398, 139 крон за кило, 195,58 заплатили. Так, говяжий этот фарш 87,90, но тут что-то не написано, там обычно грамм 400-500, не больше. Ну нет, почему-то нет. Так, свиные ребрышки 159,90 кило, 963 за килограмм. Ну, это тоже расфасованное все, вот там оно. Вот, 153,98. О, тут сегодня хорошо, тут хорошая скорость сегодня, блин. Обалдеть, 70 едем, ребята. Ну, это давно такого не было. Это ж каникулы у нас сейчас начали, и уже, наверное, все ломанулись, блин. Ясно, так. Грудинка этого, как его, индюка 349,90 за кило, 560 грамм купили, 195,94 заплатили. Так, копчености тоже с этого самообслуги. Колбаса, там 250 грамм ее, вот этот фуэт экстра, вот это вот, которая в плесени, блин, ну вкусная, зараза, такая, она как какая-то немножко сыроватая, такая как вяленая, но вкусная, ну не знаю, мне нравится. 52,90. Так, потом была это английское сало, вот это, ну слонина она называется, 100 грамм, 4 пакетика, пакетик 24,90, ну 24,90, 100 грамм, вот. И у нас там была еще скидка, то есть мы заплатили 99,60, и 20% скидка нам скинули 19,92. Это вот эти скидки, когда там покупаешь, баллы тебе там какие-то добавляют, а потом иногда они дарят купоны эти. Так. Рулет. Ну, этот рулет, когда вот это все обрезают мясо, делают фарш из него, потом пекут рулет. 500 грамм, 44,90. Ну, вкусный, он вкусный. Ну, понятно, из чего ее делают, ладно. Так, сосиски с сыром. 720 грамм, 119,90. Так, пельмени. Вот пельмени научились они делать. Пельмени просто бомба. Фирма «Повар» так прямо называется. Я смотрел, если через интернет покупать, ну, там большими партиями надо покупать. Они работают на магазины. Для простых смертных не работают. Пачку мне кто посылать не будет, и 10. Вот. Были в скидке 44,90. 449, ну, 10 пакетов где мы взяли, 449 крон. Ну, вкусные, очень вкусные. Так, сыр Эйдам, 230 грамм, 4 пакетика, ну, 4 кусочка, или как там называется, 64,91, заплатили 259,60. Так, порция треска, мороженое 69,90, ну, вот это филе вырезанное, оно, понятно, там больше воды, чем это, но 300 грамм, 69,90 за 300 грамм, 139,80 мы заплатили. Так, сколько я там, я не лечу больше. Ну, вообще, шикарно еду. Так.
Потом крабовые палочки 250 грамм, упаковка 34,90, купили 3, получилось 104,70. Так, мороженое Магнум, вкусное, зараза, по 90 миллиграмм, карамель и еще там какой-то с черным шоколадом, 59,90, 90 миллиграмм, так, и потом еще какой-то морож, тут какой-то, я не знаю, моржовый какой-то, черт его знает, этот, как его, клубничный, 460, ну, полкило, 99,90. Так, потом сыр, вот это уже в упаковках, который нарезан на кусочки, 150 грамм в одной упаковке, 49,90 одна упаковочка этих 150 грамм, 399,20 заплатили. Сыр моцарелла 125 грамм в этом, ну, в этой воде в своей, 23,90 за 125 грамм, 3 штуки купили, 71,70. Так. Ну, а потом купил туда же свой вонючий сыр, аламовские творожки, так называемые. Ну, это деликатес, 125 грамм. Он такой, там, небольших 4 кружочка. Он как бы такой, как резиновый такой. Ну, вонючий пипец. Вонючий, когда начнешь его жевать. Так как бы он не воняет, но когда его начнешь есть, вот тогда да. Тогда вонище жуткое. 125 грамм, 48,90. Так, яйца, вот это прикол. Яйца, 20 штук. 104,90, да? А сегодня был в Лидле, это мы были в Кауфланде, а сегодня был в Лидле, 30 штук в скидке, 80 крон. Ну, это ж такое, вот так вот, я ж, это ж пенсионеры сидят, смотрят, там вылавливают, куда ехать, у них проезд бесплатный, и они вот целый день катаются, я так очень редко попадаю, мы в основном по выходным-то, но очень редко, как-то пару раз был в будние дни, зашел, ну а там жесть, там одни пенсионеры, ну я ничего против ним. Вот. И там скидки начинаются в разных магазинах по-разному. В одних в среду, других в четверг. Там какие-то акции на какие-то продукты. И вот это вот лавина. Лавина. Ладно, значит так, с яйцами разобрались. 104, и вот, да, ну получается 150-30 штук, а тут за 80 купил. Ну вот так вот. Так, купил такие кружочки сыра. Со Словакии, он такой немножко соленоватый, ну под пивасик, ребята, оно просто бомба, вот. Что-то не написано вес, 44,90, но там грамм, наверное, 50, может даже меньше. Потом купил такие вот плетеночки из сыра, тоже это копченые, это славянские. Вот, в одной 80 грамм, вот 52,91, вот 105 заплатили. Сыр, вот этот детский творожок, вот этот, как раньше детский называется, у нас прибенячек. Блин, ну бомба. Просто, ну как в детство окунулся. 125 грамм, 27,90. Кефир. Так, 950 грамм. Вот одна бутылка 36,90. Вот 6 мы, ну, упаковку покупаем. Вот, сейчас скажу, поворачиваю. Упаковку мы покупаем 36,90, упаковка стала 221,40. Вот. Так. Молоко мы покупаем сразу 12 литров, ну 12 пакетов. Вот. 3,5%. Одна стоит 23,90, вот за 12 штук заплатили 286,80. Так, майонез 400 миллиграмм, 29,90. Что еще тут есть? Так, потом тут покупал эти таблетки, эту воду бросаешь, они там с разными витаминами, шипучие такие, тут бублинки делают, тут 41,90, 20 штук. 64,90, 21,90, 41,90, тут разные. Так. Пепсикола 2 литра, 26,90. Минеральная вода 1,5 литра. За бутылку 7,90, 47,40. И у нас было там 5 или 10%. А нет, 20%, потому что 9,48 скидка, блин. Так.
пиво безалкогольное, бирель вишневое. Вишневый с этим, как его, с крыжовником, 22,90, вот это пол-литровая банка, ну, железная. А потом, ну, я себе купил обыкновенный, мне нравится классик, вот, 9,90 без бутылки, с бутылкой, вот, раньше был 6,90, но вот так вот подорожало уже, ну, не за вчера подорожало, не месяц назад. А вот я когда я нашел для себя, его открыл, оно было 6,90, там 5 лет или 8 лет. Ну, сейчас это. И бутылки, бутылка у нас 3 кроны, вот 6 крон. В общем, общая цена 9620. Ну, это так, скупились на месяц, большая затарка, а потом там то хлеб закончится, то вода закончится, то сыра закончится, то сосисок захочется. Это все такое вот, как бы готовить, приготовить. Пошел, сделал, там, что-то перекусил, с чаем попил, ну, такое вот, для всего. А, ну, а мелочевка уже потом докупается. Вот, ну, или то, что кончается, потому что, ну, хлеб там и булочки какие-то, вот. Может, что-то останется, вот, например, молоко не выпьем, потому что молоко в основном пью только с кофе. Вот, так на следующем месяце не будем покупать это. Воду мы покупали уже в отпуск собираться. Начинаем потихонечку затариваться всякими вещами в отпуск. Вот. Потому что в отпуск едем этим своим тарантасом. Ну, не своим тарантасом. Взяли мы в этот домик на колесах. Ну, вот хотим попробовать проехать южную часть Европы. Куда доедем, туда доедем. Как там будет видеть, что заканчивается, едем домой, да и все. Особо никуда не планировали. Есть какие-то пару моментов, куда хотим, блин. Вот. Ну, а лошадка. А там посмотрим, как будет получаться. Потому что один первый раз, опыта нету. Ну, вот как-то так. И поэтому начинаем вот потихонечку вот там делать такие закупки. Ну, цены. Сильно как бы я не заметил какого-либо подорожания в чем-то, да. Ну, там какие-то скидки были. Это, ну, вот яйца были. Я помню, они были 170 на Пасху, потом были 120 за 30 штук. Ну, вот сейчас вот получается 30 штук. Нормальная цена 150 в одном магазине. Ну, а вот в Лидле я сегодня купил еще, ну, раз уже попались, так это скидка была, но все равно же съедим. Что переплачивать потом уже? Ну, вот как бы если, ну, там получилось 40 яиц, и этих 30, да, это уже 70, но вот если средняя цена одного яйца, то уже будет дешевле. Ну значит, вот их еще на какое-то время хватит. Больше. Ну, вот, значит, следующий, это, ну, там, может на 1000 или на 2 будет дешевле. Может, что-то другое прикупим. Ну, так это у нас происходит. Здесь это нормальная практика. Я не хочу сказать, что все так покупают или затариваются. Но обычно здесь так вот, как бы основная масса делает так. Не обязательно на такие суммы покупают. Может, меньше, там, все. Там, на 2000 или на 3, там, или, я не знаю, или на 5. Ну, кто как. Ну, вот у нас вышло 9 это. Ну, могу посмотреть, у меня там как бы сохраняется все. Ну, среднее примерно так, плюс-минус. Ну, в этот раз мы как бы намного позже поехали, потому что нам хватило. То есть, в прошлый раз мы, наверное, где-то в начале мая закуплялись. Но все равно раз в месяц получается, да, там, где-то в начале мая, что-то такое помню. Вроде как, могу ошибаться, но в начале мая. Вот, и вот мы выдержали. И вот, ну, как так, как говорит один Игорь Владимирович на одном из каналов, которых я смотрю, он так заявляет, вот как-то так, ну вот как-то так, вот, и у нас, вот как-то так, ребят, получилось, у нас, правда, похолодало, все хорошо так стало, прям шикарно. Прям это, ну, не было, и жарких дней сильно много не было, но хорош. Вот.
Так что, ребятки, ну я с вами тогда уже попрощаюсь. Мы же этот девиз же все тот же самый. Хорошие люди должны кушать хорошо. Ну, в рамках возможного. Понятно, когда не позволяет возможности, так это в свое время я тратил на еду, но правда я был сам. Экономил страшно и тратил я 1200. Вот. Понятно, это было не сегодня, вот там или не год назад, это было в 2004 году. Естественно, цены шли на гору, все шло на гору, инфляция, зарплата росла, все. Ну, зарплата, я не хочу сказать, что росла так, как цены, но тем не менее. Поэтому вот, ну, хлеб, я помню, был 12 в то время. Ну, я отвлекся, я это да, если кому будет интересно, расскажу. Я вот что хотел сказать. Так как мы люди хорошие, а мы хорошо заслужили все это, то мы и должны питаться хорошо и качественно, да? И это не только же работать хорошим качественным инструментом, но и играться хорошими игрушками качественными. Хоть мы уже и взрослые дядьки, у взрослых дядек взрослые игрушки и дорогие игрушки, вот. Ну и питаться так же самое хорошо. Так что всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.